Приветствую вас. В детали вопроса я вдаваться сегодня не буду сейчас, да, потому что там довольно интимная тема затрагивается. Вот. Это тема сексуального поведения, гендерной идентификации и, соответственно, девиантных, по мнению автора, вопроса моделей поведения. Вот. Автору вопроса хочется задать несколько дополнительных вопросов, потому что значит, человеком затрагивается такой момент, как лечение, да, и помощь. То есть человек хочет лечиться и хочет помощи. Вот. Значит, на что мы здесь обратим внимание? Ну, во-первых, Сергей, да, вас зовут Сергей. Какой именно помощи вы хотите, как вы себе видите, как вы для себя видите помощь? Вот. Давайте с этим определимся, чтобы как-то понять, какая форма работы будет у вас. Не обязательно со мной, ну вообще вот с коллегами здесь на сайте. Вот. Понимаете ли вы, что такое психотерапия, знаете ли вы, что такое психотерапия, например. Вот. Потому что, если не знаете, допустим, что такое психотерапия, то вам нужно будет отдельно об этом узнать. И отдельно об этом поговорить, как мне кажется, по крайней мере. А следующий аспект. Когда у вас это началось, да? Ну, когда вы стали замечать за собой, что, ну вот, что ваше поведение изменилось, да, мысли изменились и так далее. Или так было всегда, просто вот вы себя как-то вот не признавались в этом. Вот, если не признавались, то ничего страшного в этом нет. Дальше. То, что вы описываете, ну вот, по описанию, по крайней мере,
Я мог бы сказать, что речь идет о вашей потребности в безопасности. То есть вот так это, скажем, желание отдаться, да? Желание отдаться. Это почти всегда про безопасность, про потребность почувствовать, ощутить себя в безопасности. Вот. Чего я могу сделать вывод, что, возможно, вы слишком много берете на себя ответственности за, ну, за что-то. Вот. Ну, слишком много берете на себя ответственности. Вот, слишком много на себя вваливаете. Вот. И по итогу хорошего ничего из этого не было, не получается. Думаю, здесь необходимо, вероятно, простроить границы в определенной степени. Личные границы. Вот. Может быть, даже вот с внешним миром, другими людьми. Вот. Чтобы вам было самому проще, комфортнее и так далее, чтобы вы не напрягали. Вот. Ну и что касается полуролевой модели поведения, то здесь желательно, опять же, поисследовать аспект, да, только ли здесь идет про гендерную модель поведения, не может ли быть вот такого, что вы говорите про что-то другое. Ну, например, про некоторые ваши желания, про некоторые ваши потребности, да? Вот. То есть, как бы, ну, согласитесь, что подобное может быть не всегда симптомы определяют саму причину. Вот. Поэтому я думаю, что если вы вот свою жизнь менять готовы, то мы, конечно, вам поможем, предварительно объяснив вам, допустим, что такое психотерапия, вот, как она работает, что она из себя представляет, вот, и так далее. Ну, а если вы вот
как бы просто, да, вот, обращайтесь, просто пожаловаться. Вот, ну, я могу с уверенностью сказать, что таким образом проблематика не решается. На этом все. Я надеюсь, что вам было полезно. Вам был полезен мой ответ. Я буду благодарен вам за обратную связь по нему. Это необходимо и нужно в первую очередь вам. Для начала, для начала работы над собой. Вот. То есть вот сформировать ответы, например, на вопросы мои, да, которые, ну вот, что я вам задавал, допустим, вот, было бы таким первым шагом к начале работы. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, не затягивайте, потому что вы мучаетесь. Если вас интересует вопрос веры, допустим, ну, вы хотите вот как-то вот вопрос веры поисследовать, да, то, на мой взгляд, вам для вопроса, связанного с верой, необходимо все-таки как-то вот обратиться к, ну вот, что называется, да, немножко более профильному специалисту. Вот. Это может быть тот, кто как бы разбирается, например, в, ну, в вашей вере, да, является как бы, ну, адептом этой веры. Вот. Например. Либо вы, ну, тогда вот, может быть, соглашаетесь на определенные, так скажем, погрешности, да, потому что, ну, например, вам придется столкнуться с тем, что то, что вы, допустим, да, вот, не считаете, то, что вы считаете, точнее, грехом, да, для вот кого-то из нас, да, таковым не является. Вот. И это, ну, в общем, и в целом, наверное, совершенно нормально. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь, не затягивайте.